Вспомните, какие новогодние подарки приносили вам больше всего радости, спросили мы подписчиков в нашей группе ВКонтакте. И вот что люди говорят. Самый популярный ответ – те, что находишь в детстве под елкой. Так считают чуть меньше половины участников опроса. Почти 21% респондентов выбрали вариант подарки от любимого человека. И еще столько же человек признались, что 13-я зарплата доставляет им больше всего радости. А 11% любят дарить подарки себе. Также у нас есть видео-ответы. Предлагаем посмотреть их прямо сейчас. Ну, наверное, все-таки, которые в детстве, они какие-то более яркие такие впечатления оставили. Помню, как-то раз в детстве мне на Новый год подарили велосипед. Было очень неожиданно и очень приятно, я была очень рада. Для меня самый дорогой подарок будет, это когда соберутся все мои братья, сестры, все. Любые подарки очень приятные. Просто приятное от знакомых, от близких, от друзей. Лучше всего ты знаешь сам, что тебе нужно. И родители тоже иногда прошу, чтобы все-таки подарили денежку. И сама уже пошла в магазин и купила. Очень редко, когда человек сам другой знает, что ты хочешь. Всегда доставляли счастье подарки, как в детстве. Мандарины, конфеты, шоколадки, какие-то игрушки. До сих пор. И мои дети уже взрослые, до сих пор любят такие подарки. И под елочкой то, что хорошо найти в детстве особенно. Да и от любимого человека тоже неплохо. Очень хорошо. Да и приятно. От работодателя подарок – это, конечно, всегда приятно. Особенно, если это 13-я зарплата. Можно сделать себе чисто свой. Какой-то тут, ну, то, что вот ты прям хотел. От мужа подарок, ну, это тоже всегда приятно. Тут как бы ничего не скажешь. В силу возраста уже такие подарки, скажем, материального плана не особо интересуют. Больше всего, наверное, это любовь ближнего человека, чтобы в семье все было хорошо, чтобы дети радовали. В своей жизни я мало получала подарков, и сейчас их делаю сама себе. И тоже нравится. Любые подарки нравятся.